А не птико. Слепой метод набора – это когда ребенок раздолбал клаву, жена вставила неправильно кнопки назад, а я только через несколько дней заметил. Вовочка заходит в кабинет директору и говорит: «Петр Петрович, Зайцев послал меня к черту». Директор спрашивает: «Так, и что ты сделал?» Вовочка говорит: «Ну вот, пришел к вам». Реанимация. Полчаса пытаются реанимировать пациента. И тут пропадает пульс совсем. Врачи в панике. «Мы его теряем!» И тут старенький санитар интересуется: «А кем он работал?» Смотрят сопроводительные документы и читают: «Водитель маршрутного такси». Старичок подходит к двери реанимационного бокса и со всей дури хлопает. Пульс 80, давление 120 на 90. Доктор, он открыл глаза. Блинчика. В одной из городских школ идет родительское собрание. Классный руководитель говорит: «На прошлом собрании мы решили в классе сделать ремонт. Кандидатами, спонсорами были папа Оли, Сережи, Пети и Васи. Как мы с вами договорились, победителем должен был стать самый богатый. И им стал папа Васи». «Ура, молодец!» – кричат остальные родители. Папа Васи недоуменно пожимает плечами. «Как же так? Олин папа – народный депутат, папа Сережи – заместитель мэра, папа Жени – владелец крупной торговой фирмы, а я торгую на рынке чебуреками». Классный руководитель говорит: «Я, конечно, многие не знаю, но в налоговой инспекции мне сообщили, что, судя по налоговой декларации, самый богатый – это вы». Жена ставит вариться бульон из костей. Уходит в магазин, предупредив: «Следи, чтобы кости не сбежали». Муж говорит: «Они не скреплены мышцами, не сбегут». А кто это сделал? Инженер, физик и математик, проезжая через Шотландию, замечают черную овцу, пасущуюся на поле. «Ага», – восклицает инженер, – «шотландские овцы черные». «Хм», – говорит физик, – «я бы сказал, что некоторые из шотландских овец черные». «Нет», – возражает математик, – «все, что мы знаем, это то, что в Шотландии есть как минимум одна овца, и как минимум одна сторона этой овцы черная». А как вы относитесь к окружающим вас людям? Так все зависит от того, с какой целью они меня окружили. Олимпика. В Исландии высокая продолжительность жизни. То есть, если я перееду в Исландию, я буду жить долго? Нет, ты испортишь там статистику. Вы довольны своей новой секретаршей? Ой, и не спрашивайте. За короткое время она так организовала работу секретариата, что кроме нее никто ничего понять не может. Я ее теперь даже уволить не могу. Подписываемся, кликаем на колокольчик.